очередная посылка. Так, что у нас тут запаковано? А у нас тут светодиоды. Цветные светодиоды. Диаметр 3 миллиметра. Это маленькие такие светодиоды. Всего 200 штук. Что мне привлекло, это то, что светодиоды сразу в коробочке. То есть не надо раскладывать, время тратить на сортировку вот этих светодиодов. Их немало. В принципе, вот светодиоды. Они, в принципе, неплохие. Должно быть один светодиод можно... Вот у меня есть такой щуп для проверки светодиодов. Я просто проверю один из светодиодов. Значит, плюс сюда и минус сюда. Да, работает. Вот вам видно, да? Все нормально. Коплю такие светодиоды, то есть покупаю, для того, что часто бывает в схемах, хочется поменять, да, допустим, ради конструктора цвет. Либо какую-то сборку сделаем, индикаторную, типа светодиоды и так далее. И тогда очень часто применяются цветные светодиоды. И учитывая, что невысокая цена, иметь у себя в мастерской набор светодиодов очень даже нужно. Так, в принципе, все. Напряжение где-то 3 вольта. Скажем так, даже чуть меньше, наверное, цветные. Тут есть белые, но, в принципе, белые не очень-то как бы радуют, потому что они, в принципе, ну, в большом количестве у меня есть. Ну, вот все, что у нас в очередной посылке. У нас набор из 100 светодиодов. Светодиоды – это цветные. В принципе, комплект недорогой. Очень близко просто к белым светодиодам. Кстати, они тут имеются. Я их могу сразу выделить отсюда, и так как они не цветные. И в общую кучу белых светодиодов туда заложить. Всего 5 цветов вместе с белыми, а так 4. Синий, зеленый, красный и желтый. Вот. Раскладывать буду в коробочку специальную. Вот, и посмотрим, что из этого выйдет. Вот собрал в коробочку такую. Коробочка такая тоже продается. Недорого стоит, в принципе. Но удобно для хранения вот этих светодиодов и других радиоталей. Так, разложил, все нормально. Теперь если мне что надо, я отсюда вытаскиваю. Все понятно, отлично. Белые я отдельно. У меня это такая гора этих светодиодов. Пусть туда горе добавится. А цветные у нас будут отдельно. Ну, один диод, светодиод нужно все-таки протестировать выборочно. Так, берем и тестируем, смотрим. Вот, работает, в принципе, нормально все. Отлично. Пакет, посмотрим, что внутри. Внутри что-то есть. А внутри у нас, если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим. Это у нас светодиоды. Не похоже, да? Но они сделаны каким образом? Для ленивых, которые паять не хотят. Вот. Вот здесь она отошла, к сожалению, надо будет подремонтировать. Включает он в себя цветной светодиод, один из заказанных цветов. Это можно определить, подав напряжение. Внутри есть резистор, вот, только ограничивающий внутри термоусадки. Это для тех, кому лень паять. Вот вроде меня. Поэтому я сразу купил такие. Для чего? У меня есть замысел сделать светодиодную гирлянду. Вот 4 пакета по 10 штук. Всего 40 штук. Что у нас тут? А у нас тут светодиоды. Не простые светодиоды, а ультрафиолетовые. Ультрафиолетовые. И должны они светиться в основном в спектре ультрафиолета, который мы не должны видеть. В принципе. Но, возможно, краешком глаза мы увидим пурпурный такой цвет. Так он и тут написан. Ультрафиолет и пурпурный. То есть, это граница нашей точки зрения видимости. Их 200 штук в этой пачке. Упаковки обычные. 5-миллиметровый формат светодиодов. Ничем не отличается. Единственное, вот спектр. Для чего я прикупил столько светодиодов? 200 штук. Есть такая методика изготовления печатных плат с помощью фоторезиста. Там нужен ультрафиолетовый свет. У меня вообще ультрафиолетовой лампы нету.
думая, как это выйти из этой ситуации, я подумал, а не купить ли мне просто большое количество светодиодов, спаять ультрафиолетовую лампу и тем самым засвечивать вот этот фоторезист. Я еще не приступил к методике изготовления печатных плат, но вот уже подготовка должна быть, и поэтому подготовил. Долго шли эти светодиоды, покупает их с удовольствием для разных целей. Кто-то пытается нагреватель сделать ультрафиолетовый, а кто-то просвечивать валюту на предмет их подделки с помощью ультрафиолетового света. Ну, применение, видать, немало, но надо сначала изготовить вот лампу на основе вот ультрафиолетовых светодиодов. Давайте с помощью мультиметра проверим наши светодиоды. Вот я их подсоединил крокодильчиками и включим режим светодиодов, проверки светодиодов. Вот он. Режим я включил, и тут он должен загореться, по идее. Вот он заработал. Так, сейчас, вот видите свечение? Слабое такое свечение идет. Так, резкость не настраивается, но видно, что свечение есть. Слабенькое такое. Вот я убрал, его нету. Вот есть. То есть оно где-то вот, то, что мы видим, оно слабо видно, это пурпурный цвет. Все это излучает. Вот это уже пока мы не знаем что, но что-то веселое внутри. Давайте откроем и посмотрим, что же такое там веселое внутри. Радостно. Значит, сейчас будет. Да, действительно, это радостная вещь. Значит, сокровища блестят все. Значит, пиратский сундук. Это у нас в этой сокровищнице светодиоды разных номиналов, диаметров. Но они по цвету разгруппировали. Значит, вот зелененькие светодиоды. Значит, у них что? Большого диаметра. И есть поменьше вот здесь светодиоды. Красные тоже большего диаметра, меньше желтые. Так, зеленый, красный, желтый. Светофор можно сделать. И такие бесцветные тоже достаточно много их. Вот, но положили большое количество этих светодиодов. Приятно то, что это все доехало в прекрасной форме. Отличная коробочка, удобная для того, чтобы у меня по мастерской все это не было разбросано. И при необходимости всегда будет под рукой. Все это я очень обожаю такие вещи.